Здравствуйте, друзья! Рубрика про витамины, и сегодня наш герой витамин D. А что делает? У него две основные функции. Первая – спасает нашу осанку, походку, улыбку, потому что занимается всасыванием и перераспределением кальция и фосфора. Это очень важно. Если в детском возрасте не хватает, то будет рахит. Если в взрослом возрасте не хватает, будет остеопороз со всеми вытекающими. И второе – медленные эффекты витамина D. Рецепторы к витамину D обнаружены везде. В районе 2000 генов зависимы от витамина D, поэтому огромное количество других результатов у витамина D. Это иммунитет, синтез антител, цитокинов, это клеточная пролиферация, то есть его недостаток приводит к раку предстательной железы, молочной железы и толстого кишечника. Регулирует уровень глюкозы в крови, регулирует артериальное давление, регулирует то, сколько вы будете весить, сможете ли вы иметь детей, если у вас синдром дырявой кишки и так далее. Сколько надо? Минимальная дозировка, которая деткам прописывается, новорожденным 600 международных единиц. Потом доза растет, и в конечном итоге верхняя граница профилактической дозы – это 2000 международных единиц. Используйте. Вы точно должны знать, какой уровень витамина D у вас в крови. Смотрим. 25 OH D общий, потому что общий состоит из D3, который мы получаем в результате того, что на нас светит солнышко, в коже синтезируем, и D2, тот, который мы съедаем. Из каких продуктов питания мы берем витамин D2? Это, безусловно, рыбий жир, достаточно 25 грамм в сутки. Это жирные сорта, это печень трески, 30 грамм достаточно, это жирные сорта рыбы. Но тоже не обольщайтесь, например, лосось. Люблю лосось, но если он дикий, то я получу в 100 граммах лосося примерно 1000 международных единиц. А если он выращенный, то получу 100 всего лишь международных единиц, в 10 раз меньше. То есть тут такое дело. Так, может ли лично у вас быть дефицит? Быстренько пробежимся. Первое, вы не получаете достаточное количество солнца, а это справедливо, если вы живете выше параллели Берлин, Лондон, Берлин, Киев, вот выше. Вот, вы не даете себе дополнительный витамин Е, у вас есть почечная проблема или проблема желудочно-кишечного тракта, обмен невозможен, вам необходимо большее количество витамина D, потому что вы беременны, или, может быть, вы кормите, или у вас большой вес, или вам больше 65 лет, или у вас есть хронические заболевания, что-то из этого. Или вы придерживаетесь диеты, например, безмолочной, тогда у вас нет шансов, и у вас будет дефицит по витамину D. Выбирайте любой витамин D, водорастворимый, жирорастворимый, только тот, которого вы доверяете. В каких программах я использую? Да во всех, но особенно подготовка к беременности и лишний вес.